ООО «Амурский металлургический комбинат» получила статус резидента территории опережающего развития Хабаровск. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, новый резидент ТОР вложит в строительство производственного комплекса по переработке оловянных концентратов с получением марочного олова в Амурске более 8,5 миллиардов рублей. Планируемая мощность металлургического комбината составит 5,5 тысяч тонн олова в год. Работу на предприятии получат 200 жителей Хабаровского края. «Мы продолжаем реализовывать стратегический проект по созданию металлургического кластера полного цикла на территории Хабаровского края. Помимо Амурского металлургического комбината строится горно-обогатительное предприятие на базе производственного комплекса «Правоурмийский». На завершающей стадии масштабная модернизация обогатительной фабрики производственного комплекса «Солнечный». При поддержке государства мы решаем стратегическую задачу – производство олова в тех объемах, которые способны удовлетворить спрос внутри страны, прокомментировал генеральный директор ПАО «Русолово» Сергей Антонов. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 год. Предприятие станет первым в России металлургическим комбинатом по производству олова металлического с 1942 года. Реализация проекта имеет беспрецедентное значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. Хабаровский край добывает большую часть общероссийского объема этого металла. По последним оценкам, более 90%. Строительство комбината позволит замкнуть цикл производства олова в регионе, обеспечить в полном объеме потребность стратегической металли в различных сферах промышленности России, отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития края Виктор Калашников. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по созданию металлургического комбината в Хабаровском крае КРДВ и ПАО «Русолово» заключили на ВЭФ-2023. Одной из важных преференций для резидента, учитывая значительное количество создаваемых рабочих мест, является выплата сниженных с 30 по 7,6% страховых взносов. «Мы обеспечиваем комплексное сопровождение проекта, продолжаем оказывать необходимую поддержку инвестору и в реализации уже стартовавших проектов на Дальнем Востоке. Готовы вместе начинать новые деловые инициативы», сказал заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий. Напомним, ПАО «Русолово» создает в Хабаровском крае кластер полного цикла по производству олова. Вместе с Амурским металлургическим комбинатом строится горно-обогатительное предприятие на базе производственного комплекса «Правоурмийский». Завершается масштабная модернизация обогатительной фабрики и производственного комплекса «Солнечный». Для реализации этих проектов инвестор тоже воспользовался поддержкой режима ТОР. По соглашениям КРДВ на ТОР Хабаровск инвестиционные проекты реализуют 104 резидента. Бизнес фактически вложил в экономику региона 200 миллиардов рублей и создал более 6,5 тысяч рабочих мест.